Место, где мы живем, многое может рассказать о человеке. Наличие изысканного декора и дизайнерских элементов в оформлении помещений – как минимум признак хорошего вкуса, присущего неординарным личностям. В этом уверены организаторы и участники выставки современного искусства «Атмосфера», которая открылась в нашем городе. Для чего этот проект? Этот проект объединяет всех нас, так как в нашем городе особо нигде нету выставок современного интерьерного искусства. А сейчас это пользуется просто колоссальным спросом, и мы открыли наконец-то место, куда можно прийти, посмотреть, насладиться. 18 креативных профессиональных художников и дизайнеров представили свои разноплановые произведения современного искусства, которые выполнены в разных техниках, начиная от акриловой, масляной и батальной живописи, заканчивая эпоксидной смолой и гипсовой скульптурой. Абстрактные картины, оригинальное зеркальное панно, а также интерьерные арт-объекты представили уже полюбившиеся мастера Мировлад Палачич, Федор Бажин, Алла Броско, Евгений Щербач, Марина Волкова и другие, а также новые авторы. Мы сделали этот проект именно современное интерьерное искусство для того, чтобы, скажем так, больше связать художников, дизайнеров интерьеров и, соответственно, обычных людей, которые хотят сделать свой дом уютным, красивым и тоже иметь какой-то частицу искусства постоянно у себя дома. Изюминкой выставки стала возможность визуализировать представленные предметы искусства в различных интерьерах. Для этого достаточно было отсканировать QR-коды, сопровождавшие каждую из работ. Выставка продлится до 14 июня. Гурманы современного интерьерного искусства смогут не только рассмотреть, но и приобрести понравившиеся произведения. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.